Здравствуйте! Сейчас мы будем готовить вермишелевый суп с грибами, овощами и с бензопилой. Для этого нам понадобится 1 ложка, пакетик вермишели с грибами, горячая вода и бензопила. Бензопила рабочая. Что у нас входит в состав этого продукта? У нас входит вермишель быстрого приготовления со смаком грибов и овощами, не острая. Способ приготовления. До брикета вермишели добавить содержимое пакета, приправы, овощи сушеные. Залить 300 грамм горячей водой или 400 грамм для супа. Накрыть крышкой и подержать 3-5 минут. Залить воду для гарнира или не сливать воду для супа. Картинки. Не буду перечислять, что тут ценность продуктовая. Давайте лучше ознакомимся со складом. Склад интересный. В склад входит вермишель, барашно пшеничное, масло подсолнечное, вода съедобная, соль кухонная, стабилизаторы. Стабилизаторов очень много. У меня такое чувство, что это целая таблица Менделеева. Есть перечень сушеных овощей. Морковка, лук, грибы, зелень, перец. А также сказано, что срок придатности 10 месяцев. Это ж какая химия получается, да? Харьковская область. Использовать до августа 2024 года. Ну что, поехали. Вода у меня уже закипела. Вот видно пар. Крышки знаете почему нету? Это чтобы вентиляция была лучше. Заодно обогревается пищеблок. Итак, вода кипит. Видно? Так, одной рукой неудобно открывать, но я попробую. Локтем прижал. Вот такое вот дело. До бензопилы мы потом доберемся. Берем ножичек. Дальше мы это все дело высыпаем. Так, вилка. Я пока нажму на паузу, пока это все поразрезаю. Итак, я открыл наши пакетики. Теперь я их засыпаю. Плохо разрезал, придется перерезать. Заливаем горячей водой. Ждем 3 минуты. Накроем крышкой. Нахуя сюда пилу? Это так надо. Вот, кстати. На стол ложить пилу надо. Леонид, блядь. Это столовая не хуйня надо. Так, пила нам не понадобится. Чудеса творишь. Так, ну что, 3 минуты уже прошло. Вот предлагается такой вот инструмент. Очень удобно. Вилкой. Я так думаю, что вместо вилки я буду лучше использовать это. Что же касается бензопилы, то это просто было не реклама бензопилы, а тот элемент, который
привлечет ваше внимание и подарит вам хорошее настроение. Приятного аппетита!